Страшная гибель 5-летней девочки потрясла Новочебоксарск. Это случилось 18 августа вечером. Соседи стали очевидцами того, как малышка по неосторожности выпала из окна 7-го этажа многоквартирного дома. Судя по их словам, девочка обвокатилась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Со слов очевидцев, мама девочки в тот момент была дома. Напомним, что это уже не первый смертельный случай падения детей из окон своих квартир за это лето. Будьте внимательней, не оставляйте окна настежь открытыми, когда дома есть маленькие дети и домашние животные.